Вот продолжая репортаж свой, я хочу показать, вот, чтобы все видели. Вот эти трубы, они никогда их не заделают. Зимой просто с них идет жара. И вот они всегда так выглядят. Это, ну, за год я не знаю, какие суммы здесь уходят на тепло. То есть дома холодно, вот в панельках люди живут, а вот такие незаделанные трубы, и вот тепло уходит. Это вот для меня, для человека, который пожил в разных странах, где люди живут богато и там нет полезных ископаемых, вот они это дело в первую очередь заделывают. А в России вот такая история. Поэтому вот, видимо, тот народ, который так живет, да, и, видимо, они заслуживают этого, потому что колоссальная заболеваемость онкологии, в городе дышать вообще нечем, да, химия кругом, и сжигается нефть наша природная, который, за что деды наши воевали. Вот такая жизнь, поэтому каждому получает свое.